Здравствуйте, наши уважаемые, любимые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Хорошие песни». Я ее ведущий Алексей Кнышенко. Сегодня у нас необычная программа, потому что к нам из Новосибирска приехал уже полюбившийся нам артист. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Иващенко. Давайте поздороваемся. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие телезрители! Ну, я думаю, что сегодня мы поговорим, наверное, не только о музыке, но о жизни вообще. Да. Я откровенно хочу сказать, каждый раз задаюсь одним вопросом. Когда вижу молодого, талантливого человека, думаю, почему гармонь, почему баян, почему вообще вот это народное искусство? Это все идет от семьи. В любом случае, мама народница, папа потомственный гармонист, поэтому передалось застолья, какие-то семейные встречи. Вот. А почему именно сейчас это нужно культивировать и поддерживать? Ну, потому что, наверное, наступило наше время, как говорится, гармонии в руки брать. И потихоньку знакомить не только молодых людей, но и немолодых людей с нашей культурой, с нашими традициями. Почему бы и нет? Ну, а вообще есть какие-то народные мотивы или направления в народной музыке, которые для вас наиболее близки? То есть, ну, вообще народная музыка, она широка. Действительно. Вы знаете, даже в эстрадной музыке Советского Союза, народной музыке, вот эти лейтмотивы, они всегда были и есть. Мне по душе, знаете, смесь все-таки народной музыки с эстрадной. Потому что, во-первых, это звучит более современно, ритмично, узнаваемо. Потому что погрузить в очень глубокий, ну, для меня темный фольклор какой-то, да, это очень непросто будет зрителя в это окунуть. А вот, скажем, делать вкрапления незнакомых ему мелодий в знакомые ему песни, так скажем, или ритмы, это будет, я думаю, благодарно. Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас мы совсем не немножко прервемся, только по одной простой причине. Дорогие друзья, сейчас прозвучит одна из композиций, которую Дмитрий приготовил специально для вас. Цыганка нагадала, что я скоро забуду покой. Провела по моей ладони своей легкою в кольцах рукой. И сказала так сурово, а глаза от меня лучше прочь. Погадай, погадай, цыганка, по руке моей погадай. И играй, и играй, итальянка, говори, ничего не скрывай. Выбрал судьбу ты простую, и любовь ты не скоро найдешь. Не ищи ты дорогу прямую, по извилистой все же пойдешь. Погадай, погадай, дорогие друзья, мы возвращаемся к нашей беседе, и я хочу открыть сегодня всем нашим телезрителям один большой секрет. Дело в том, что многие, кто смотрит нашу программу постоянно, знают о том, что вот музыка в исполнении Валерия Семина, она заряжает нас не только позитивной энергией, но еще и дает заряд всему, что находится рядом с Валерой, поэтому это становится целебным. Но сегодня я вам открою секрет. Если вы приходите на концерт Дмитрия,
то уже в тот момент, как вы купили билет, этот билет можно приложить к больному месту, и все сразу пройдет. Дмитрий, как так получилось, что все, что вы делаете, становится для наших зрителей, для тех, кто приходит к вам, становится как вот, не знаю, как посвящение к чему-то хорошему. Как сходили в санаторий, знаете, вот, посетили точно. Процедуры. Но я думаю, что это от искренности, душевности, потому что, ну, вы знаете, правда, она всегда лечит на самом деле. Поэтому все, что идет от сердца к сердцу, и когда человек приходит с открытым сердцем и пустой чашей, не заполненной разной там другой музыкой, когда он вопрошает, когда он хочет, чтобы его наполнили чем-то свежим, я думаю, что вот в этом весь эффект лечения. И правильно вы сказали, не только билет, но и, знаете, как я говорю, музыку можно на диск уже не записывать, можно просто прикладывать, представляя артиста. Вот какая сейчас будет отдача у наших телеэкранов, мы с вами узнаем, потому что сейчас прозвучит еще одна композиция, которую нам Дмитрий приготовил. Хочется мне невозможного, только твоей любви. Душа не терзай безбожного, замужем ты и с детьми. Я как мечта, птица вольная, все не собью гнездо. И песня моя застольная, затаскана Эх, давай, эх, давай, гармони сдавай, цыганочку с выходом, играй, играй, играй. Эх, давай, гармони сдавай, цыганочку с выходом, играй, играй, играй. Эх. Я просыпаюсь в комнате, надо же мне это выдумать, тебя любить опять. Любовь не железо выковать, руду к ней не накопать. Эх, давай, кармане сдавай, цыганочку с выходом, играй, играй, играй. Эх, давай, кармане сдавай, цыганочку с выходом, играй, играй, играй. Ну что, кто осмелится станцевать цыганочку? Да с выходом! Ребята зажгут весь зал. Опа! Опа! Ну что, будем ускоряться? Давай-давай, Мишаня, зажигай. Эй! Может, какой-нибудь Будулай у нас здесь затерялся, потанцует. Мужчины, ну? Эх, давай, гармони сдавай. Цыганочку с выходом, играй, играй, играй. Эх, давай, гармони сдавай. Выходом, играй, играй, играй! Эх!
Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись к нашей беседе. И вопрос, который я традиционно практически всем гостям задаю. Дмитрий, жизнь артиста, она непредсказуема. Так. Поэтому случается, вот случиться может все, что угодно. И нашим зрителям, конечно же, интересно, а в вашей артистической судьбе были такие случаи, о которых вспоминается, может быть, с грустинкой, может быть, с улыбкой, может быть, вспоминается так, что потом ночью кошмары снят? Ну, на самом деле, был курьез, когда приезжаешь, допустим, вот даже в Челябинск, всегда ожидаешь, что здесь очень много местных челябинцев, которые вот приходят посмотреть концерт. Вот я был в Москве и спросил, традиционный мой вопрос, поднимите руку, кто из Москвы, кто нет. Москвичей оказалось очень мало, в основном были все приезжие из Нижнего. Понаехали. Да. Вот, и был вот курьез в Челябинске, вот концерт, и поклонница из Новосибирска решила поехать за артистом, так сказать, за кумиром, и опоздала на поезд. Но ничего в этом страшного нет, потому что она знала, что на следующий день у меня концерт в Екатеринбурге, и она сразу же купила билет на поезд в Екатеринбург, и теперь уже ожидала меня в Екатеринбурге. Вот так. Вот такой курьез. Опаздывают, но все равно спешат в другой спешат. Город. Да. Ну, вообще, это, конечно, здорово. А вот не было такого, что кто-то рвался на сцену для того, чтобы там поцеловать любимого артиста, подарить цветы? Я просто на одном из концертов, уже не будем называть какого артиста, наблюдал такую картину, когда поклонница просто с охраной, которая вот следит за тем, чтобы посторонние на сцену не выходили, бросилась. Там драка была настоящая. Вот. Такого еще пока не было? Нет, такое есть. Я скажу, что это не курьезный случай. Это традиция, можно даже так сказать, чтобы поцеловать артиста. Но не каждый осмелится, наверное, выйти именно на сцену. Это же нужно показать себя. А вот подойти, допустим, к авансцене, да, вручить цветы и схватить артиста за уши и притянуть, чтобы поцеловать горячо. Ну, что я подставлю, как говорится, то и идет вход. Просто я перебью. Просто был случай. Мне рассказывал в свое время Ярослав Евдокимов. Говорит, женщина, она рвалась к сцене, ее не пустили. Говорит, я хочу сделать подарок артисту. Тогда, она с первого ряда как со всей силы швырнула в меня, очень увесистая коробка конфет. Попала. Я, эти конфеты... Попала. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы все-таки ненамного прервемся. У нас еще одна песня. Я думаю, что вам будет приятно быть возле телеэкрана. Там, на деревне Марина, где я с тобой гулял, как зарево, как марево, пылает краснота. Пылает, разгорается, как первая любовь, а гармонь старается забыть под песню боль. Зацветает Краснодал, 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 я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал, на звезду жду полет. Краснодал, Краснодал, я загадал. Оп! Цари вечерняя ленточка погаснет за рекой, любовь, как лето-леточка, расстанется со мной. Гармонь печаль залетная гитаре подпоет, и песенка народная вновь за душу возьмет. Зацветает Краснодал, 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 я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал, на звезду жду полет. Краснодал, Краснодал, я загадал. Гулял, как зарево, как марево, пылает Краснодал. И на судьбу не сетуя, припомнив Краснодал, спою вам песню эту я, как гармонист страдал. Зацветает Краснодал, 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 я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал, на звезду жду полет. Краснодал, Краснодал, я загадал. Ой!
все вместе. Зацветает Краснодар, Краснодар, Краснодар. Я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал. На звезду, что упадет, Краснодар, Краснодар. Я разгадал. Ну что ж, мы возвращаемся к беседе, но и все-таки после смешных, после каких-то веселых моментов хочется говорить о чем-то серьезном. Дмитрий, что на сегодняшний день для нашей Родины, для нашей отчизны, для России народная песня? Это в первую очередь духовная и душевная поддержка, это патриотическая нотка, которая нам сегодня всем необходима. Конечно, это поддержка с точки зрения позитива и чего-то доброго. Знаете, как народ пишет, мы окутаны какой-то тревогой. И вот один глоточек песенка где-то в интернете нажали, случайно попали, послушали, все. Все забывается, душа перестраивается. И, как бы, понимаете, с этим можно жить и с тем, и с тем. Но забывать про народную культуру и про песню совсем не нужно. Хочу сказать, что в моей концертной программе она так сформирована, что в ней есть и веселье, и душевность какая-то, знаете, когда гармония, она не всегда веселая, она очень бывает лиричная и застольная, и может быть плакательная, да, душещипательная. Но также есть нотка патриотизма, это песни патриотические, которые мне подарили два московских генерала. Виктор Балдин и Владимир Лебедев – это теперь уже мои хорошие знакомые, друзья. И я вот несу патриотическую песню сегодня в массы. Я не буду много говорить. Еще одна песня Дмитрия. Ночка над землей звездная, ты моя любовь. Поздняя, чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная. Чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная. Эй! Имя прошепчу, бережно птицей улечу. Веришь ли, и в душе своей на донышке я тебя храню. Как солнышко, и в душе своей на донышке я тебя храню, как солнышко. Ляжет листопад золотом, но не тронет нас холодом. В небе высоко над полюшком будешь для меня. Сердцем я всегда рядышком. Чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная. Чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная. Землей звездная, ты моя любовь поздняя, чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная, чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная, чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная, чистая любовь, нежная и святая ты, и грешная. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся к нашей беседе. Ну, наверное, традиционный вопрос о планах. Планы самые грандиозные – проехаться по всей России с концертным туром. Вот, сегодня я заехал к вам на Урал, и мне здесь очень нравится. Здесь хорошая погода, поэтому в Новосибирск, но я бы не сказал, что они похожи. Я сам родом из Новосибирска. Всегда приезжая в город, мне интересно посмотреть на культуру, да, горожан. Ведь она отражается в том, куда они ходят, в каком состоянии ДК и концертные залы. Это тоже очень важно. Не, ну у вас состояние ДК, по крайней мере, ДК железнодорожников в Новосибирске есть. В отличном состоянии. Есть, да, есть, да. Такое. То есть я был у вас, прекрасный зал, шикарное оборудование. Так что, а вообще, в какие площадки наиболее интересны артисту? Я себе поставил задачу, что... Некоторые говорят, ну гармония – это же народный инструмент, который должен быть на ярмарках, площадях там и так далее. Ну а я несу гармонь в концертной упаковке, чтобы дополнять ее каким-то медийным контентом, чтобы это было современно. Ну, как бы, понимаете, стараюсь настраивать. Не, вы знаете, вот я сейчас прерву. Вот вы заметили, как тонко намекнул Дмитрий на то, что гармония – это инструмент для ярмарок и площадей. То есть он уже, ему концертного зала мало. Ему хочется собирать площади. Стадионы. Нет, ну я думаю, что у гармонии есть такая перспектива, потому что на сегодняшний день действительно народные инструменты, они как-то стали... К ним вернулся интерес. И этот интерес, наверное... заключается в том, что действительно очень много молодежи стали увлекаться народными инструментами. Да, это правда. Ну что ж, дорогие друзья, вот так незаметно пролетело время нашей встречи. Я думаю, что то душевное состояние, которое мы сегодня вместе с Дмитрием Иващенко постарались вам создать, то настроение, оно останется с вами надолго. Но сейчас мне бы хотелось попросить, Дмитрий, несколько слов пожеланий нашим зрителям. Дорогие зрители, будьте всегда веселы, добры и заряжайтесь позитивом только от хорошей музыки. Пусть эта музыка наполняет вашу жизнь как можно больше. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч, до новых хороших песен. До свидания.